В разделе «Цены» вы сможете ознакомиться с подписками в актуальной версии аниматрона. Мы будем говорить в основном о двух подписках. Pro, которые наиболее популярны в настоящее время, и подписки Free, которые позволяют пользователям ознакомиться с возможностями аниматрон, попробовать себя в качестве аниматора. Подписка Pro уже позволяет совместно редактировать проекты, что очень актуально в современном образовании, предоставляет возможности создания анимации высокого качества. При подписке на один месяц, только на один месяц, я должен буду заплатить $30 США, в то время как годовая подписка сэкономит мне по $15 в месяц и будет стоить всего $15 США в месяц. Ограничения, которые накладываются подписками, такие основные. Если мы можем всего 5 проектов создавать одновременно при подписке Free, то количество таких проектов не ограничено при подписке Pro. Количество личных проектов не ограничено при подписке Pro и отсутствует подписки Free. То есть каждый ваш проект подписки Free может быть просмотрен любым пользователем. И там будут накладываться водяные знаки, которые будут отсутствовать в подписке Pro. Хостинг, хранение ваших проектов на серверах Аниматрон до 10 гигабайт одновременно при подписке Pro и до 2 гигабайт при подписке Free. Если мы сможем экспортировать и импортировать видео HD 720 при подписке Pro, то мы будем ограничены форматом SD при подписке Free. С остальными опциями сможете ознакомиться самостоятельно.